Башкортостане могут повысить тарифы за вывоз и утилизацию мусора. На сегодняшний день среди регионов Приволжского федерального округа тариф в Башкортостане остается самым низким – 70 рублей для жителей городов и 35 рублей для сельчан. При этом, по данным республиканского Минэкологии, задолженность жителей республики перед региональными операторами порядка 760 миллионов рублей. В свою очередь, рекоператоры задолжали подрядчикам более 300 миллионов. Еженедельно в работе рекоператоров задействовано порядка 460 единиц спецтехники. Выводится более 34 тысяч тонн отходов. Всего с начала года вывезено 1 миллион 100 тысяч отходов. Доля охвата граждан услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами в зоне номер 2 Дюртюли Мелиоводстрой составляет 89,3%, в остальных зонах 97%. Кроме того, в ходе оперативного совещания в правительстве региона был рассмотрен вопрос освещения населенных пунктов республики. Ради Хабиров отметил, что ни в одном районе Башкортостана работы по установке светильников не выполнены в соответствии с требованием закона. Проблема заключается в закупке некачественной продукции, считают МинЖКХ. Есть такие моменты, когда один и тот же предприниматель участвует, ну, это нормально, в принципе, участвует во всех, в некоторых муниципалитетах и, в принципе, не успевает работу выполнить. Первое. Нарушаются сроки контракта. Второе. Существуют такие моменты, где наши предприниматели просто закупают некачественные светильники. Не те, которые находятся, которые обозначены в тех заданиях. Ради Хабиров потребовал ужесточить форму контроля за реализацией работы, не покупать светильники, которые не соответствуют нормам. По его словам, в первую очередь необходимо обратить внимание на республиканских производителей.